Всем здравствуйте! Я всех приветствую в это солнечное утро. И сейчас мы с вами посмотрим результат укоренения розы из букета спустя неделю. Посмотрим, что произошло. Посажены тремя вариантами. Первый вариант просто в воде. Второй вариант внизу большие дырочки, горшок, дренаж и под баночкой. Третий вариант полностью в стекле. Стеклянная банка, внизу дренаж, посажена в земле и под стеклянной банкой. Банку мне пришлось поменять, потому что листочки упирались уже вот сюда, вот в крышку прям, ну, вверх. После посадки, после полития обильного, за неделю я больше ни разу не поливала. Крышку приоткрывала, ну, буквально вот на несколько минут открою и закрываю. На солнечном окне у меня все это стоит. От окна притеняла просто листом бумаги, чтобы сильно не жарило. Потому что в первый день, когда появились листочки, солнце начало жарить, я вовремя успела. Закрыла листом. Открыла крышки, просто пробрызгала немножко прохладной водой и закрыла обратно. Листочки восстановились. Но если вы упустите этот момент, все, листочки сгорят. Итак, смотрим результат, что получилось через неделю. Мы с вами буквально вчера укореняли розу из букета. Давайте посмотрим, какой получился результат за сутки. Кто не смотрел, перейдите на мой канал, если хотите, и посмотрите видео, как укоренить розу из букета. Ссылку я внизу оставлю. Итак, первый результат. Просто в воде укореняли черенки розы. Смотрите, побеги увеличились и покраснели. Второй вариант. Под банкой посадка идет с большими дырочками, горшок, внизу дренаж. Смотрим, что получилось. Конденсата очень много. Тоже заметно подросли за сутки. Я считаю, очень хорошо. Так, аккуратно ставим на место, чтобы не повредить. Третий вариант. Вот этот вариант мне нравится больше всего почему-то. Внизу дренаж, стеклянная бутылка, банка. Конденсата тоже полная банка. Под стеклянной крышкой. Смотрю, что листики уже уперлись прям в крышку. Смотрим. Тут, ребята, вообще шикарно. Прям шикарно. За сутки даже не верится, что могло так все подрасти. Очень хорошо. Кому понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки. Можете даже в комментариях писать, какой вариант вам больше нравится. И как вы считаете, в каком варианте быстрее появятся корни и приживется в итоге розочки. Приживутся. Продолжение следует. Прошла ровно неделя с момента укоренения роз из букета. Сейчас посмотрим, что за неделю изменилось. Смотрим. Первая посадка просто в воде. Листочки подросли очень хорошо. Конечно, на корни еще никакого намека нет. Но срез свежий. Ничего с ним не случилось. Воду я меняла через день. Это обязательно. Иначе закиснет, и мне кажется, почернеют стволы, все погибнет. Так что менять воду это обязательно, не ленитесь. Смотрим дальше. Вторая посадка в пластиковом стаканчике с дренажом под банкой. Снимаем аккуратно баночку.
Смотрим. Тут вот такая картина. Подросли за неделю прям очень хорошо. Земля немножко. Я думала, испортился. Нет, это просто земля на листочках. Поливала, вот как мы посадили. Все, я больше не поливала. Сегодня, думаю, надо будет уже полить. Пусть пока здесь проветрится, пока мы с вами общаемся. Третий вариант. Мне пришлось поменять. У нас была просто крышка. Листочки, смотрите, за край уже пошли. Я поменяла крышку на баночку. Тут прям садик небольшой образовался уже. Все прекрасно. Прям уже видно, что это розочки. На корни, конечно, намека еще никакого там нет. Вот так вот за неделю все подросло. Разница прям очень ощутимая. И сегодня мы все это дело надо полить. Я думаю, вот так обильно пробрызгаю все, чтобы не в одно место попало, а по всему. Слишком много не надо, потому что лишняя влага вообще ни к чему, может загнить просто. Вот так, думаю, достаточно. И точно так же этот. Сверху обрызгаем. Я вообще довольна. Прошла ровно неделя, были просто бодолыжки. Ну, там почечки были небольшие. Спустя неделю смотрите, какой результат уже. Эти сверху обрызгаем. У нас получается вот у этих-то корневин там внизу, а у этих нет ничего, просто вода. Так, я думаю, надо накрывать обратно. Аккуратненько сейчас закроем. Наверное, придется в следующий раз менять что-то другое, придумывать или с широким горлом. И здесь накроем. Надолго открывать не надо, потому что все такое тепличное, еще слабенькое. Все. Вот так через неделю выглядит. Кому понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки. Продолжение обязательно будет. Всем до свидания и до новых встреч. Надолго прощаться не будем.